Ребят, всем привет! Сегодня мы с вами посмотрим ответ на такой вопрос. Что он думает обо мне? Что человек думает обо мне, да, мужчина? Для девочек. Что мужчина думает обо мне? Четыре позиции. Что мужчина думает обо мне? Выбирайте. Каждую свою позицию. Смотрим, первая позиция. Что мужчина думает о вас? Так, сейчас уточним. Он думает о вас, как о работе над ошибками, что он, возможно, какие-то шишки набил. И он хочет расставить все точки, понимаете? Он хочет понять суть и выяснить все, что-то здесь ему непонятно. Что-то непонятно. У вас какие-то разные взгляды, возможно. Вы думаете по-разному насчет какой-то ситуации. И он хочет все это разрешить. Он хочет все это разрешить и понять, что и как. Конкретика ему нужна здесь. Но он пока делать ничего не будет. Он будет отстаивать свои позиции и уходить в паузу. Да, вот, ему нужно подумать. А потом он назначит встречу, придет, как ни в чем не бывало. Там свидание, возможно, будет у вас. Вот. Здесь такая позиция. Да. Вторая позиция. Что мужчина думает о вас? Он думает, что вы для него целый мир, и он готов вас ждать. Вот это вот он думает. Он не хочет с вами таких легких отношений, да? Он хочет более серьезных, понимаете? Пока он делать ничего не будет, он пока будет очень много думать, искать к вам подходы какие-то, как лучше подойти, будет очень много мыслей, очень много раздумий, он будет думать о том, чтобы добиться вас, вы для него как цель, он будет думать, как же вас можно добиться, он настроен очень серьезно, хочет с вами партнерских таких отношений, влюбленных, как пара, чтобы вы были. Вот. Что мужчина думает о вас? Третья позиция. Мужчина думает о вас. Мужчина думает, что вы очень сексуально привлекательны. Внутри у него все горит. Вот. Он думает, что нужно работать. Он думает, что нужно работать над отношениями, чтобы все получилось. И он хочет выйти победителем легко. Он хочет не прилагать много усилий, но чтобы у него все получилось. Он будет действовать в зависимости от ситуации. Как бы пока действовать он не планирует. Он вообще боится, что вы ему можете разбить сердце и уйти от него. Да. А на самом деле он бы хотел с вами чувственных отношений, приятных таких вот, сексуальных таких вот, которые затягивают. Но здесь, скорее всего, вы можете потом в дружеские отношения все может перейти. Тут неизвестно, тут дальше надо будет по ситуации смотреть. Он будет в зависимости от ситуации действовать. Он еще пока точно не решил. Возможно, он будет переосматривать на вас вот это вот все, свое мнение. А возможно, нет. Вот он хотел бы, чтобы все было легко, но тут надо работать. Мужчина думает о вас. Он вас примеряет под свой шаблон, подходите вы ему или не подходите. Он думает, что вы легкая такая, с вами хорошо. Ему очень нравится с вами находиться. Он очень комфортно ощущает себя
с вами, и он в вас влюблен. Он влюблен, да, и поэтому он примеряет вас под свой шаблон, под шаблон идеальной женщины, которая ему нужна. Вот, он влюблен. Здесь есть чувство, да. Пока действовать он не будет, он будет очень много думать. Он, понимаете, он будет сначала продумывать каждый шаг, чтобы все получилось так, как он хочет, чтобы нигде не провалился его план. Будут, конечно, свидания, будет переписка, да, он вас куда-то пригласит. Он боится, что вы можете разбить ему сердце, и все это закончится, понимаете? А он хотел бы выйти победителем, чтобы было все так, как он хочет, как он спланировал, понимаете? И он будет этого добиваться всеми способами. Да, и поэтому он очень много думает о вас. Он хочет вас завоевать, понимаете? Вот, он хочет вас завоевать. Здесь такой вот. Получился раскладик небольшой. Спасибо, что вы посмотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!